На еженедельном оперативном совещании с главами поселений Щелковского района обсудили важные задачи, стоящие перед муниципалитетами. Среди них строительство социальных объектов, в первую очередь новых школ, своевременный и качественный ремонт дорог, а также мероприятия по предотвращению угрозы пожаров в лесных массивах. Строительство школы в микрорайоне «Солнечный» идет с опережением графика на неделю. Такие данные в ходе совещания с главами поселений сообщил заместитель главы администрации Щелковского района Никита Никулин. На данный момент залиты бетонные основания, рабочие приступают к строительству фундамента. Работы продолжаются и на объекте в сельском поселении Медвежьеозерское. Вышла новая подрядная организация. На сегодняшний день полностью обеспечена всем строительным материалом, необходимым, заказанных плит и перекрытия. Мы надеемся, что к 10 июля мы закончим первый этаж. Документы по школам в микрорайонах Жигалово и Чкаловский находятся на завершающей стадии экспертизы. Ведется подготовка к конкурсным процедурам. Также началось проектирование здания школы на улице Шмидта. Обсудили на совещании и ход ремонта дорог. Заместитель главы администрации Щелковского района Наталья Тамбова отметила, что темп работ необходимо ускорить. Просто прошу держать те дорожные карты, которые вы в том числе подписали, на контроле. Вы видите, что спрос достаточно большой. Также уделили внимание ходу подготовки к пожароопасному периоду. Сейчас противопожарные мероприятия проходят во всех поселениях. Опашка по периметру лесных массивов, установка шлагбаумов и информационных щитов на въездах в лес. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».